Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артес, и в этом видео расскажу и покажу, как же обойти бан на сервер с помощью программы Changer Steam. Вот, такая замечательная программа. Ну что ж, ссылку на скачивание я оставлю в описании вам. Ну что ж, давайте зайдем на сервер. Давайте вот этот. А, заходил. Заходи. Win. Сейчас будет ТТ-вин. Побежали. Побежали. Потом кидаю что. А, там стоит. Я сейчас читаю на игру специально. Вы были забанены на сервере, причина чатинг. Подлежите. Ну что ж, все, выходим с сервера. Вы были выпили. Ну что ж, как вы видели, нас забанили. Вот, AmxBan, администратор Oldboy. Все, один день. Что ж, видите, ваш Steam ID. Видите, как он сейчас. Далее мы пишем за счет этих файлов Steam. Steam set ID и about цифры. Давайте напишем. 35, 60, 50, нет, 54, 32. Все, ввести. Все, set Steam и to Steam. Ну, не захотел менять эти цифры, не знаю почему. Ну что ж, и снова заходим на этот сервер, давайте. Сейчас покажу, если вы были забанены. О, ну, там такой небольшой момент. Давай. Что ты с АВП сидишь на базе-то, а? Что ты сидишь с АВП на базе? Ух ты, какой у тебя мозг. Какой у тебя большой мозг, чувак. Что это у тебя за мозг такой? Что это у тебя? Мяско, да? Да. Сборочка русского мясника. Красава, чувак. Задрот. Ну, мозги. Пиздуйте. Давай, идите, плент, он его... Вы же знаете, где он? Лошара. Ааа, косой! Давай. Победитель по жизни. Ну давай. Тут ты правильно держишь. О, господи. А сейчас кто-нибудь не затащит, я не знаю, я ничего не сделал, вот именно. Кокос, кокос, вот ты рак. Давай, тебя... Что, сейчас мы снова за КТ. Вот. Что вы дома? Да, мы с вами дома, пожалуйста. Воу, почти. Ну, короче, вы все сами увидели, все работает.
Ну что ж, с вами прощаться. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну что ж, а с вами был Ортес. Всем удачи, всем пока.